Чтобы адаптироваться к новым условиям, участникам боевых действий необходимо перевести психику в так называемый военный режим. Переключить ее обратно на мирный не так просто. Как помочь человеку вернуть внутренний покой и не навредить словом? Доктор ответит на все ваши вопросы. 25 апреля. В студии медицинский психолог поликлиники номер 3 Инесса Шаймулина. Программа «Звоните доктору». 25 апреля, 18:15 на телеканале «Самара ГИС».